Всем доброе утро. Мы с Мариночкой вон там, и тут Ванюшка идет, идем в садик. На остановку идем, да, Ванюша? Погода у нас сегодня теплая, минус 8 всего, но это теплая, это хорошо. Я сегодня всю ночь не могла уснуть, у меня сильная головная боль. Давление 120, но это считается для меня высоким. Может, из-за этого еще таблетку четвертинку пила, но толку ноль. Пока-пока, Тайсон, да. Поэтому как-то вот так вот. Ну ничего, прорвемся. Пойдемте, папины следы. Всем добрый день. У нас уже день. Я пришла уже с учебы. Время что? 1:30. Муж уже тоже с работы приехал, вместе со мной на автобусе ехал. Погода у нас сегодня замечательная. Солнце такое светит. Ну, вы по мне видите, да, что солнышко светит? Короче говоря, мы с ним зашли в магазин. У нас света нету. Отключили с утра свет, и до самого вечера не будет. И в магазин пришли, а там по картам не принимают. Ну, короче, купили все, что надо. 3 молока, 2 булки белого и семейки. Дети у меня сегодня просили, мама говорит, купи семейку на вечер. Вот взяла семейку. В целом, дальше муж в городе взял лук крупный. Мы любим крупный лук. Тут он, видать, что-то ел. Еще один пакетик с луком. Показываю все сразу. Бумага туалетная. Еще одна. О, яблочек взял. Дети вчера все яблочки съели, поэтому он яблочек купил. Так, еще одна туалетная бумага. Чеснок. Чеснок у нас сейчас, то, что сезон такой, когда все болеют, мы стараемся побольше чеснок употреблять. Поэтому чеснок купил опять, то, что закончился. Хлеб черный. Хотела сахар купить, а у нас сахара в магазине не было. Он куда ходил? Это в Магнит. В Магните не было сахара. И вот 2 бутылки масла еще взял. Поэтому вот так вот. Чек у него здесь. Сейчас посмотрим, что почем. Ну вот, по поводу масла. 99 рублей 99 копеек. Ну, короче, 100 рублей масло. Хлеб 27. Яблоки по 77,99. И чеснок 59,90. Это вот за эти 3 штучки. Ну, по сути, все цены, сказала вам. Лук репчатый по 27,89, потому что некоторые спрашивают, как у нас с ценами. Цены поднялись, причем поднялись хорошо, особенно на сахар. На муку немного поднялись цены, на крупы на некоторые цены поднялись. А так, в принципе, нормально. Ребятки у меня все в школе. Сейчас вторая смена недавно уехала, но Катюша все сама закрыла и ушла. Все нормально. С учебой тоже у всех все нормально. Каникулы скоро обещаются. Ну, вот как-то так. Хотела чайник поставить, а сейчас никак не поставить. На печку затопить, чтобы скипятить. Так что буду сейчас печку топить. А так в целом, ребята, у нас все нормально. Сегодня распечатала еще некоторые файлы, которые там по учебе. Так что вот так вот как-то. Ладно, всем хорошего дня. И спасибо, что остаетесь. Всем доброе утро. Смотрите, что у нас тут творится. Это вчера муж снег с крыши скидывал. И сделал такой обход. Лень было ему убирать этот снег. У нас опять мороз. Что-то я не посмотрела, сколько градусов. Ну ладно, с садика приду, посмотрю. Шагай, Ваня, шагай. Мы идем на автобус. В садик сейчас поедем. Всем желаем хорошего дня и хорошего настроения. Самое главное, будьте здоровы. Так, все, ребята. Так и не посмотрела, слушайте, сколько градусов на улице. Ты не смотрела? Я не посмотрела. Ну, больше 20, потому что у нас градусник, это, который дома, он не показывает. А он всегда не показывает, когда больше 20. Там уже Света вперед ушла. Тут Маша идет, там Егорка где-то идет уже. Идем, короче, на автобус. Они на школе, я на городской. На учебу, а они в школу едут. Ладно, всем хорошего дня. Едем учиться.
У нас вечер, я иду в садик. Все, я Мариночке купила такие вот варежки. Она порвала, потому что свои варежки. И поэтому вот такие вот взяла ей. Они внутри меховые. Сейчас я даже постараюсь показать. Вот такие теплые, более-менее. А то она порвала свои. И вот такие вот взяла. Это самые такие светлые, самые красивенькие были. Остальные там темные были. Ну, девочки, зачем темные брать? Вот взяла такие. Сейчас идем на автобус и в садик идем. Дороги ужасно скользкие. Вообще, ребята. И сейчас тепло, хорошо, 0 градусов на улице. А утром было, кстати, 22 градуса. Я так и не сказала. Так что вот так. Я со школы пришла. Выпила таблетку. Потому что у меня было давление высокое. Я легла. Лежала, потом встала. Походила, что-то по дому поделала. Ничего не снимала, ребят. Настроения пока никого нет. У нас тут небольшие проблемы, поэтому пока настроения такого нет. Но у меня небольшие проблемы. Поэтому так вот, ладно, идем на остановку и в садик идем. Вот и солнце выглянуло. Всем привет, дорогие друзья. У нас время вечера. Оксана, поздоровайся. Оксана, у тебя сзади курточка задралась. Ну-ка, сделай нормально. Как ты так одевалась? Короче говоря, у нас вечер. Мы сегодня с девчонками хорошо переписывались в Телеграме. Всем, кто с Телеграма, всем привет. Спасибо, что за вашу поддержку. То, что вы нас поддерживаете. Иногда вот так вот надо сидеть, пообщаться, посмеяться, поприкалываться. Короче говоря, всем от Тайсона привет. Тайсон, скажи привет. Тайсон! Тайсон! Короче, мы сейчас с Оксаной идем. Куда, Оксана, мы идем? Садик, да, за Ваней и Мариной. Ладно, всем хорошего вечера. Пошлите. У нас тут уже все тает, а с дороги все идет сюда. Видите, тут у нас папа вычистил полностью до тротуара, потому что вообще и снега, воды сейчас много. Сейчас будем сырые, как суслики. Дорога хоть начала таять. Но она все равно узкая. Сегодня два автобуса разъехаться не могли. Один автобус остановился на повороте, второй проехал, потом тот поехал. Было смешно, конечно. Ну, кому-то смешно, кому-то не очень. Короче говоря, как у нас настроение? Настроение, Оксана, как у тебя настроение? Хорошее? У Оксаны все, сегодня последний день, каникулы с понедельника. Многие интересуются, как моя учеба. Учеба, ребята, у меня хорошо все. Хожу, учусь. На следующей неделе первый экзамен. Ну, получается, первый экзамен будет по тарвароведению. Так что вот так вот, да. Да, будут ходить все равно в садик они. Оксана спрашивает, если мы будем на каникулах, то Ваня Марина все равно будет в садик ходить? Да, будут ходить. Будет, как и всегда, ходить в садик и все остальное. Мы будем дома сидеть, да, Оксана? Ну, Оксана будет дома с ребятами сидеть, я буду дальше на учебу ходить. Потому что для меня каникул никто не делал. Ладно, мои хорошие, мы шагаем в садик. Всем желаю хорошего вечера и хороших выходных. Потому что впереди два выходных, это суббота и воскресенье. Всех с пятницей! Ой, ребята, приходится ходить нам по краю дороги. Вот многие спрашивали, как вы ходите. У меня муж постоянно, что-то на автобусе не едешь обратно, пешком идете. Ну, на улице погода хорошая, что ходить. Раньше вот здесь вот была пешеходка. Мы ходили, там чистили трактором, убирали. А сейчас туда просто снег сваливает, поэтому там не пройти. И приходится вот так вдоль дороги идти. Каждый раз что туда, что обратно. Вот такие вот дела, ребята, у нас. Водители, конечно, особенно по утра, утром пиликают те вслед за то, что ты по дороге идешь. Оксана, пойдем на ту сторону. Переходи бегом. Там, видишь, лужи. А куда деваться? Нам другого дороги нет. Нам только вот вдоль дороги приходится ходить. Да, Оксана? Угу. Поэтому вот так вот. Руку давай. Что, блядь, вообще не тормозит? Это вообще какой-то кошмар. Даже не притормаживают. Вот видят, что люди идут и даже не притормаживают. Я вся обляпана. Ну ладно, все, мы идем дальше в садик.